Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike был вынужден убрать из магазинов новые кроссовки, выпущенные ко Дню независимости. Скандал вызвал дизайн обуви. На них изображен первый американский флаг с 13 звездами. Его еще называют флагом Бетси Росс в честь женщины, которая его шила. Так вот, с одной стороны, этот флаг любят некоторые крайне правые. С другой, леволиберальная общественность считает флаг символом угнетения темнокожих рабов. Против высказался известный борец с расизмом игрок в американский футбол Колин Каперник. Совсем недавно он сам был лицом рекламной кампании Nike. Консерваторы, напротив, говорят, что флаг – неотъемлемая часть американской истории. Корпорация прогнулась под напором левых. Это позор. Ну и сегодня губернатор Аризоны счел уступки со стороны компании непатриотичными, ну и пообещал лишить Nike финансовых льгот в своем штате.